Всем привет! Сегодня едем на фавелу. За мной приехали на машине пару ребят. Сейчас мы остановились, еще двух испанцев берем и едем на фавелу. Нам сразу сказали, что будут места, где снимать нельзя, потому что там наркотрафиканты. Они не разрешают, и, естественно, им платят деньги, чтобы мы туда к ним попали. В общем, я не знаю, куда мы идем. Будем подниматься на мотоциклах куда-то, потому что она как гора, эта фавела. Но здесь вообще в Рио много же гор, и на горах вот эти домики. Я мою камеру 360 попробую включить. Она когда включается, не видно, что она включена или выключена. Также посмотрим. Попробую записать, как смогу. Но мне этот сказал, если кто-то заметит, что кто-то снимает фото или записывает что-то, отберут все. Если это видео вы смотрите, значит, не отобрали. Вот мы приехали к началу фавелы. Смотрите, мы поднимемся на самую гору на мотоциклах сейчас. Поднялись мы на самый верх, выше этого нету. Одна из самых больших фавель всей Латинской Америки.
Сейчас мы зайдем сюда. Vocalista de YouTube, Manor Box, acá estuvo Maradona también, desde el 92, 1992, estuvo Maradona. Le nos aptaron gabanetes con Maradona, francés, deja de su papá. ¿Por qué? ¿Una señora qué? Una señora que vivía acá, que ya muchos años que era fundadora de acá. La Rocío se fundó en 1930. Entonces, desde ahí viene ya el nombre de ella. De eso. El nombre de ella era Rosa Rocío. Mm. Y ahí viene todo de ahí. Имя Росиня, потому что женщина, которая здесь была одним из фундаторов, звали Роса. Поэтому фавеля называется Росиня. Ah, está grabando. Смотрите. Нас куда-то тут хотят завести. Марио, ¿sí? ¿Se puede? Sí, sí. Usted avisa, ¿no? Yo escondo. Sí, está todo oscuro acá. Sí, pero la mía saca, no importa. O sea, ¿se puede? Sí, aquí sí. ¿Por dónde? No, porque no se puede resbalar ahí. Hasta el risi de abajo. ¿Quiere pasar usted primero? No, está filmando. Hasta ahí no me firma, después no firma más nada. Allá, allá, ¿no? Listo. Hasta bajito. Listo. Ahí ya no. Можно сюда до низа только снимать. Caer, а? Но. Cae, sale, no pasa el suelo. Sí, no, porque aparte estoy con... Только до сюда можно снимать. Я включила вторую камеру, посмотрим, пройдет или нет. Да eso, está loca, guarda todo eso, no, por favor.
зашли мы в такой туннель. Вот так люди здесь живут, видите? Sí, afuera. Fuera de la favela y luego se sube. Sube. Buen... Ah, es una subida y tanto. Cuando llega el verano acá, esto es el verano. Вот сейчас мы по такому туннелю спускаемся. Вот так люди каждый раз поднимаются и спускаются в свое жилье, знаете? Bom dia. Вот это, видите, самые знаменитые фавелы Росинья. Mis amigos nuevos. Спускаемся мы. Sí, acá son varias casas. Acá la casa de la comunidad, todo bien, porque viven en paz. Nadie puede poner música alta. Se respetan. Se respetan. Que en varios caros muchas veces no se respetan, ¿viste? No. Нам Гия говорит, что здесь люди друг друга уважают, ни музыку не включают. Вы... Да, если не будут уважать себя, есть проблемы. Вот это вот, когда девчонку убили, испанку одну, и была, поймали хозяина этой биши, этой фавелы. Поэтому были полицейские. И тем людям, которые приводят сюда туристов, чтобы никого не привели в этот день. Они послушались, привели, и была перестрелка. Таксисту сказали, ну не таксисту, а этому гии, который привез, останови машину. Машину не остановил водитель, и девчонку-испанку убили. Я слышала, в Аргентине тоже эта новость была. И убили девчонку, а гию, эту женщину, посадили в тюрьму. Смотрите, qué lindo, ¿no? Son flores de las tapitas. Avenida que vamos a bajar ahora, hicieron la construcción mal hecha. No es la parte solar de arriba. Представьте, если дети, все, как они поднимаются здесь до своего дома. Это же все на горе, и вот они по таким туннелям поднимаются. Или вон та центральная дорога была. Этерновова Альда. Наверное, я понимаю, это вечно живая Альда. Люди вот так с полотенцем на голове выходят. Смотрите, двери в дом. Еще дверь в дом, напротив дверь в дом. Ну вот так люди живут. Вот здесь лестница наверх. Бондия. Бондия. Вот так, видите, как дверь в двери. Déjalo pasar ahí. По дороге здесь киоск такой, видите? Еще один киоск с напитками. Смотрите, как это все смотрится. И вот мы выходим на улицу уже.
ahora te mueres. Ya te mueres. Pero frío aquí no hace nunca. Cuando en invierno sí. Volver, llega a ser frío. Está la temperatura a 18 grados. Смотрите, кабли как. Люс не все пага ака, но? Ни свет, ни воду, ничего не платится здесь. Такой браслетик, написано Бразиль. Ну, у женщины как помощь и на память. Идем дальше. Я как понимаю, вот эту всю дорогу... Си, грасиас. Я как понимаю, всю эту дорогу, что мы поднимались на мотоцикле, сейчас будем спускаться вот так по лестницам с горы. Здесь киоск какой-то. Para vivir, sobrevivir. También va para otro lado, ¿vale? Te vas para otro lado. Ahí después voy a tener problemas. Todos los demás. Voy a tener problemas con la gente. Yo no quiero. Con la última vez mandé al chofer con. Chofer guía. A unos italianos y los italianos se calentaron. Porque. Porque. Dice, se anda de carro, y yo digo, yo para andar de carro, yo ando a mi país. Buen día. Caminar, pues se molestaron. ¿Te lo llevaste? Sí, estoy quedando, se quedaron, les gustó, se quedaron. Ah, acá están equipos Pelé, Babá, Cito, sí, Didi. Ah, acá Copa de... Acá no sé si estará yo. Buenos días. Ah, друг его здесь живет. ¿Está vivo o está... no? В 94-м, 70-м, 62-м, 58-м и 2002-м году чемпионат. Buen día! Buen día! И cada día la perna, ya el tendón también mejor, más debo ficar con secuelas. В общем, кто в каком году выиграл? Чемпионат Бразилии, 5 звездочек у него. Смотрите, здесь у него одежда. Muchísimas gracias. Yo pagaría algo, pero si usted me cambia. Muchas gracias. No me cambies sin un viento. Es depósito de agua que el armadero... Хочу ему заплатить, он повторяли, и нету денег, чтобы ему заплатить. Yo le doy 15 reales acá. Y ahora, sí, dale unos 20, no sé, 10, no sé cuánto. Yo, para usted tomo café. Muchas gracias, ¿eh? Obrigado. De la parte de él, quizá, todos. Cada sobrilla. Ah, cada sobrilla, son. ¿Podemos sacar una foto todos juntos? Aonde? Miren acá todos. Es la sobrina y aquella que você ve andar aquí es la sobrina neta. La mãe dela es mi sobrina. Gracias. ¿A Lorinha? Он без денег нам разрешил зайти, но все-таки что-то дать ему, и наш гея ему дал, я сейчас деньги поменяю и ему верну. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Quando ele
Ele nasceu quando ganha. O Pablo Neruda ganhou o Nobel de Literatura. Está aí. 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 Две семьи жили. Собревивьерон? Ocho familias. Собревивьерон? Algunos и otros. Otros, но... В этом здании, видите, развалилось. Сильный дождь был, 8 семей жило. Вот в таком маленьком месте 8 семей. И развалилось под дождем. Развалилось из-за дождя, и некоторые люди погибли. Espanta las ratas. Pacho, voy caminando. Pasa bien. Usted también. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Disculpa ahí, te he entrado a tu casa, ¿está? Disculpa ahí que... Hasta luego. Bienvenido. Cualquier cosa, obrigado por todo. Gracias. Ahora, você, ainda bem que você tem consciência que... Вот, смотрите, развалился этот дом. А, вот здесь тоже. И люди погибли. А смотрите, как получается, стена эта, что развалилась, прям была впритык вон та, к тому окну. А наш гей, он перуанец, и 30 лет живет в Бразилии. И здесь вижу, у него друзья, и он людей водит сюда. Опа! De Lima? Sí, no me voy a pisar de Lima. ¿Fuiste? Mira, Lima. Ah, la sierra. А вы заметили, люди, все, кто проходит, бон дия, бон дия, бон дия. На португальском говорят бон дия, и на испанском бон дия. Очень даже много слов похоже. Вы заметили, как все проходят, здороваются, и если мы здороваемся с улыбкой, отвечают. Mi mamá es de Oxapampa, de otra región. Buen día. Buen día, buen día. Вот это школа. Это публика, но? Публика. Школа это бесплатная школа. Представляете, остановились здесь водички попить. Вот показывают фавели, только не в той, где мы сейчас сидим, рядышком от этого, от выстрела ребенка убили. Сейчас там траур в той фавели. Валя Пердида называется. Это когда просто нечаянный выстрел попал в ребенка. И мы вот здесь сейчас сидим, остановились мороженое поесть. Люди, сидим здесь, перекусываем мороженое, водичку. Где пиццерия Москва, Москва пиццерия. Представляете? Пиццерия Москва. Прям в самой фавеле. Так что теперь знаете, в самой большой фавеле Российской Америки есть пиццерия Москва. Benedito e Arretores. Todas as formas de pagamento é de 4-4-4-2. Viagens, a preferência de todos.
Fala, chefe. Cadê meus caídos? Aí! Fala, seu Fernando! Nós temos a linha velha 6,99, Linda Passarinho 8,99, promoção do frango inteiro 9,99, salsicha belo 6,99. Nós temos costela com peito a 19,98, para costelinha com peito, uma batatinha, vem para cá, tudo na promoção. E o Alden Passarinho. Alô, você. E é promoção, não sei qual é, aproveita, tem promoção, tem preço baixo aqui no Baratão. Alô? É. Это все кабли висят, смотрите, над головой. Все кабли над головой у нас. Много парикмахерских Estávamos, não? Видите, там, где антенна виднеется, вот там мы туда добрались на мотоциклах и оттуда спустились.